Чудо, тоже на базар? С базара. А, уже скупилась? Да. Ах ты, маленькая сосень, а? Короче, тихо, наша маленькая спит. Друзья, всем привет, с вами здесь Скрипован. Привет, мои хорошие. Эх, ты, друзьяки, короче, ловите сегодня... пока не рецепт, но это начало шедевра. Ёлки ты палки, приехали... Тихо, спокойно. Приехали купить все самое необходимое. Марат знает шикарный рецепт азербайджанского брат-супа. Ага. А я знаю, где на это все дело купить. Так они и жили, короче, и готовили очень вкусно. Надо курица, надо зелени много, надо чернослив. Ой. Помидоры. Помидоры, помидоры. Все самое вкусное. И сбацаем. Что еще? Да ничего, живите на здоровое, здоровое и счастливое, счастливое и здоровое. О! Тихо. Слышь, мне всегда интересно, вот возле них, послушай, возле них всегда тачка с пакетами. Это ваша тачка? А я думаю, что она постоянно у вас здесь пропадает. Доброе утро. Здравствуйте. Доброго ранку. Здравствуйте, салют, салют. Ты что? Как это? Смотри, у них прям как это. Что как это? Выложено, как будто бы. Ё-моё. Это что, окорочка из помелы? Да? Ты что, Коля Супермен, хочу себе такую футболку. Катюня, посмотри. Снимай. Коля, меняю футболку на волосы. Что, ты накидаешь нам 6 килограмм вот таких красавиц? 6 килограмм? Марат хотел больше, я говорю, давай экономить. Ну 6, давай по чуть-чуть. 83. 6 будем сегодня суп азербайджанский готовить. А ты взял пакетик, как будто бы себе зарплату набираешь. Бери нормально сразу в мусорный кулек, побольше. Все, я понял. Ты посмотри размер какой, а? Такая одна тарелка упала, все, и супа не досталось. 6 килограмм. А сколько вы собрались приготовить тогда килограмм? 80 литров. Нет, сумасшедший. Не, может чуть-чуть больше половины, не знаю, литров там 60-55, аккуратненько. Хлебушек уже свеженький отвезли. Да не, она уже пустая, уже отвезли. Ты пока там чесалась, собиралась, я видел, как парнишка аккуратненько. Я тоже видела и чесалась не я, а ты там чесался в машине. Я? Да. Так это от свежего хлеба, наверное? Наверное, зачесался. Что еще? Тандырный армянский. 8 листов? 3 листа это, а не 8. 2 грудинки и 3 бедра. Катюня, смотри, ты сегодня не на барахолке, ты сегодня не снимаешь рецепт, ты снимаешь сегодня людям цены. Покажи хотя бы немножко хоть что-нибудь. Слышь, жадничаешь. 15 гривен штука вам. Ну и все. Это арматура от курицы. Да. Да, утка домашняя. Ты что, поморщенная, Катюня, как у тебя? Что у меня такое поморщенное, мне интересно знать. Вот скажи, на ты спишь, чтобы я уже тоже знала. Ты когда спишь, ты расслабляешься, ты просто не видишь. И что у меня? Жопа поморщенная? Ну, интересно. 160. Все, с помелой буду жить, елки-палки. Давай, ты посмотри на эти куры. С какой из них? А вот та, что за 120. Ага, ты поняла? Бери. Смотри, одна другой. Такие помелы, вы просто все уже проспали. Да я знаю, так куда еще больше, ё-моё. У тебя скоро витрина треснет от таких куриц. Обалдеть размер. Смотри, ну ничего. Уже нечего трескать, да? Потому что уже люди в Одессе знают, да. А что, мы запоздали, да? Так, это что, 6 килограмм? Почти. Не, давай еще килограмм хотя бы. Пусть будет 7-8 там килограмм. Спасибо. Сережа, меня же люди спрашивают, где вы пропали. Как, а что, давно не было? Ходит, вообще, где Сережа? Я говорю, наверное, же домом занимается. Блин. Здравствуйте. Как всегда, я говорю, хотелось бы чаще. Да. Да, о, салют, здравенький был. Здрасте. Да, хорошо, пойдем. Давай, давай, конечно. Бомби, я только за. С войны вернулся, только смотрел только вчера тебя видел. Твои ролики. Крепко здоровья. Спасибо. Так. Спасибо. Давай. На здоровье. Все. Мадам, хорошего дня и замечательного настроения. И вам огромное. Ты что? Аж мурашками пошел с вашими курицами здесь. Что вы тут творите, елки-палки? Давай. Да, да. Давай денег. Ничего. 81-80. Ты не путай мне фразы, елки-палки. С меня всем шикардос, а с тебя оператор бабки гони. О. Что, теперь нормально? 950. Ура! Сколько? Так и запишем. На 950. Даю. Все, а я пока в машину. Давай. Скину этот балласт. Груз. Да. Поехали, Сереж. Херсон.
Так, Артемий, Алиса, Херсон. Может, кому надо повар хороший? Девочка, есть. Телефон записал. Слышь, ребята, спасибо огромное за, как это, за фундамент кулинарного шедевра. Как в Одессе говорят, да? Перед тем, как приготовить. А что там готовить? Берешь курочку и все, и шедевр готов. Спасибо огромное. Курицу мы взяли там. Там с такой курицей, там мне уже даже уже ни зелень, ни помидоры, больше ничего не надо. Ну хотя бы чернослив добавим, правильно? Все, тогда мы вечером зайдем. Давай. Все, я хотел половину, придется варить полный казан. Катюша, что нам надо? Перец. Перец. Кинза, петрушка. Тудой, да? Все. Чернослив. Смотри, покажи людям. Ребята, там вот такой балдеж. Ну тут будет другая серия. А какой там? Там балдеж? Мясо, зелень, ты все, что хочешь там, кстати. И чернослив там может быть. Пойдем сюда, быстренько сходим, да? Угу. Кофе будем пить? Да не знаю. Сколько времени? Нас Марат ждет. Поехали тогда за перцами. Марат, из-за тебя, видишь? Лишаем себе удовольствия. Здрасте. Кофейка выпить. Ты что, пшенка в цене упала? Тьф. По 15. Э? А что вы здесь? С помидорами? Не хочу кушать взять. А, да, а тут раздают? Вот тут раздают. А, еда там. Да, да, да. Ты что, кто крайний, что почем? Елки, комплексные обеды. Здрасте. Здравствуйте. А как вы так интересно торгуете помидорами, что все, а все внимание туда? Елки-палки, ты что там, скотюня? Ты обалдеешь, ты посмотри, какие бутерброды. Всем, всем приятного аппетита. Спасибо. Какой перец? Зеленый, а, красивый. О, а ну, почем? Ну, перец. Все, я понял. Фиэль. Хорошо, вот тут мне надо 3 килограмма, я пока наберу. Ну что ты вот этот кулечек взял? Что, так я два возьму, правильно? Или один большой? Все верно. Все. Поставь. Гай, гуй. Спит, шо, да? Шо? Пока спит. Да. Спит, Бубочка. Один? Так. Да, да, да. Агрегат прямо. Так, 3 килограмма я накидываю, а вы мне скажете примерно сколько. Какой из? О, я, не, я понял, понял. 2 по 1.5 получится. А ну-ка, на глаз киньте. Ты что, ароматный какой, Катюша? А свежий какой, вчера ночью рвали. Да свежий. Хоть у себя на огороде, не? У себя на огороде. А что ж по ночам? А потому что поздно приехали в город. А, я понял. Это да. Комары, да. Комары там хорошие. Ой, ты что? А это что за помидор? Там чуть лучше, чем у нас Вилково. А вы тут Вилково, да? Да, ну я конкретно с Кили. Вот, сейчас ребенку разбудит. Ребята, за 132, за 130. Договорились, ой, договорились, все. Можно. Отлично. Можно. Так, можно. Это вот есть, взял. Катюшка, что еще надо? Катюша, молодец. Ага, та еще та огонь, женщина. Умничка, вы правильно. Слышишь? Выбрали женщину. А говорил тебе надо блокбастером его угостить? Было да бы все нормально. Так, в тот раз, я тебя умоляю, оставь, деньги отдай, ты людям зубы да, не заговаривай. Да хорошо, я растерялась, Сережа. Походу, они, походу, одноклассницы, одна вам зубы заговаривает? Давай, да. А это денег дать не хочет. Да, немного денег. Мы, короче, на список. Да, да, да. На карандаш, все, я понял. Это ж надо сегодня. Бубочка, спать. Главное, супруг. Что? Точно, не говорите. Все. До свидания, всего доброго. Целую, обнимаем. Пока. Комарам привет. Все. Так. Слушай, надо, может, килограммчик персиков домой взять для Милани. Ема. О, уже дыня. Что это за дыня? Смокота? В тени оставляю. В тенечек сейчас. Здравствуйте. Манговая. Ё-моё, можно лизнуть? А ну отвернитесь. Ё, ты что, посмотри сейчас. Ах, ты что? Мама дорогая. Не, пахнет так, что я такую никогда не пробовал. Попробуем одну, не? Не хочешь? Хочешь? Какая самая вкусная? Вот та, что подтверже? Или та, что... Ё-моё, давайте, давайте. Дайте нам одну и маме. Главное, чтобы сладенькая. Шикарно. Все. Б. Бимба. Все. Вот это да. Не, я на самом деле такую никогда не пробовал, елки-палки. У нас уже 2 созрело. Наши, кстати. Завтра берем Марата к нам на стройку, а? Шашлыки пожарим и дыню съедим. Не, у нас вот там вот колхозница есть, это две. Колхозница, берегиня. Берегиня, значит... Она мягкая, а берегиня, она... Не, вот у нас вот такая берегиня, твердая, хрустящая, 2 штуки.
По поводу хрустящей я еще не знаю, но уже пожелтели. А? Три каунчика растет. Короче, балдеж. Ага. Так, спасибо. Сколько она вам должна? Даю. Сережа, у тебя фамилия Липован или Кликуха? Сережка, расскажи мне, что ты Липован? А что нет? А что ты? Я думала, фамилия. Нет, кажется... это образ жизни. А, понял. Оно, когда любой веселый в Одессу попадает, уже становится Липованом. Чего я вам желаю. Так что... Сережка, ты местный? Уже да. А спасибо моей бабушке, я еще и коренной. Только через поколение. Она уехала, а я вернулся, короче. Ой, зараза. Все. Катюня, бабки на базе, пошли. Все, спасибо. Спасибо огромное. До свидания. Да. Вот такая она. Ты что? Сказал и сразу угадал, елки-палки. Блин, Катюня. Да нельзя же такое делать, елки-палки, так говорить. Иди хотя бы у ребят помидор попробуй, елки-моталки. Да, подойдите сюда. Ты что, шикардос. Это ж, полевая уже, да? Да. О, Марат говорил, чеснок. Вы такого помидора тут не найдете. И какую цену? И ребенка можете. Помидорка 30. Крупная 30. Ты что? Катюня? Да, да. Так я бы и сам там повалялся. Вот это вы молодцы. Я не знаю, давай, что, ну, почем она сегодня? 30 гривен. Давай, у меня бабки есть. Килограммчик. 5. Зачем 5? 3. А что ты делать будешь? Она очень вкусная. Маме отдадим. Помидоры шикарные, реально. Тут без этого. Тамия, что? У тебя сегодня диета. Да ей не надо, она еще и как это. Спасибо. Она же потом не уйдет от вас. Да, помидоры хватает в этом году. Слава. Мы и так на базар выходим, я с ней работу провожу. Какую? Чтобы там не лазила, ага. Не пробовала руками. Воспитываешь называется, да? А тут сейчас все опять против правил пойдет. А ты знаешь, что это не работает? Чтобы знали, помидоры килийские. Да я узнаю, я такую дисковал. Это камышовка просто. Вот уже Катюньку пора трошки кормить, у нас каждым разом все меньше и меньше становится. А зато ты... Да? А я ему говорю, давай со мной на спорт. А он, видите, по пиву, по пиву. Я, как это, я иду на жертвы, и вот это вот мы меняемся жировой энергией, да, получается. Да, да. Оно же как весы, куда-то же должно перелевать. Братик, давай 30 сначала, я хотя бы там дам маме попробовать. Одолжи еще чуть-чуть. Сколько? 60 немножко, давай еще. 30. Ой-ой-ой. Смотри, братка, без дачи, правильно? Все, благодарочка взаимно. Спасибо. Спасибо, самое главное. До свидания. Гай-гуй, поехали. Вот тебе на. Так, что, зелень и все? Судя по, влезает там судя по рецепту, чернослив. А, чернослив. Ой, пойдем мне орешков там возьмем. Ты еще те не доела. Ты посмотри уже, какие елки-моталки. Уже по 60, по 70, по 80, какие хочешь. Малина по 90. Помидорки. Сереж, ты же хотел чеснок еще. Катенька, а что ты мне скажешь, что я здесь не хотел? И марабели даже есть до сих пор. Ёшкин кот. Обалдеть. Что, выбирай дорогу. Право, лево? Лево. А? Лево. Налево? Зелень там есть? Уже астры есть, ты представляешь? Ладно, идем к девочкам, возьмем зелень. Да лучше бы астры мы взяли. Или... Почем, спроси? Может, я смогу тебя купить? Я сама себя смогу, если что. Ага. Здрасте, кто крайний? За кинзой. Есть сегодня кинза? Или только перец поморщенный? Или уже продали? Не, ох, уже хороший упругий появился, я вижу. Что вы с ним делаете, что он тут вот в себя приходит? Так, хорошо. Надо петрушки вот столько и кинзы в два раза больше. А капулька, ай-яй-яй-яй, ой-ой-ой, вот это да. Тут хочешь, вот столько хватит, да. Хочешь, а может, не хочешь? Чеснок есть? А что, как, чего, нет? В головках нет чеснока? Сюда, да. В головках нет, зато молодая есть. Катюша, найдем, если что не найдем, у нас ресторане есть. Тут я больше за чернослив переживаю. Шикардос, ты запомнила? Я сейчас дам. Да, ну я знаю, что ты дашь. Ты запомни, потом будешь спрашивать, где я делаю деньги.
Прям зеленый рай. Что, он сегодня острый или как обычно? Говорят, вроде бы острый. Да. Попробуйте. Правильно я насчитала. Да? Да, совершенно правильно. Спасибо. Катюша, обалдеть. Почем Петру? 20-100 грамм. А вот если уже... Уже готово для, для баночек. Ой, ты что, листья хрена и все остальное. Только, только банки готовь. Вот и лето прошло, словно и не бывало. Вот и лето прошло, только этого мало. Грустная песня. Еще бы 2 месяца. Только. Все, спасибо огромное, до свидания. Этого мало. До свидания. Только. Покрутила их чего-то. Этого мало. Ох, арбузы какие. Слушай, я только что увидел, смотри. Перец. Здрасте. Ты бач? Угу. Ребята, есть такой рецепт. Варенье из перца кто-то ел? Это мега вкусно. Это сказать, что это вкусно, конфитюр просто ничего не сказать. Конфитюр из... Вы не пробовали никогда? Здрасте. Здрасте. Варенье из перца болгарского. Скоро рецепт дам такой, что все обалдеют. Вкуснятина незабываемая. Это же... Фу, хорошо, что я перец увидел. Может, сразу возьмем уже, а? И в понедельник, как начнем... Иди капусточку мне возьми. Тебе или ребенку? Тебя погрызть или покормить? Что тебе надо делать? А, покормить. Сколько? Одну, две? Две. Полторы? Одну мне, одну детям. Здрасте, у кого красивее? Все. Так. Будьте здоровы. Так что тебе взять? Одну среднюю? Две средние. И такую же еще одну. Серьезно? То не очень много будет? Детям я завезу. Вот ты лето. Ну, хочешь, возьми Миланке поменьше. О, отлично. Ёшкин кот, чистое здоровье. Как твои мозги, Серёж. Любишь капусту? Шо-шо? Похоже. Такие же красивые или такие же большие? Да, такие же большие, такие же красивые. О, спасибо. Так, меня сегодня никто еще. Так, а вот и чесноки с головками. Я брать не буду, у нас есть на работе. Здрасте. Здрасте. Какая у вас красивая тельняшка. Ёшкин кот, ты видишь как? А я шукал, такую не нашел. Договорились. Молодец. Ёшкин ты кот, Катюша. Да не шо. Спасибо большое. Верни тачку в машину. Кравчучку мою на колесах. Так спасибо твоему барахлу, туда и моей тачки негде там приземлиться. Ой, в чем только я не виновата в этой жизни. Ёлки-палки. Наверное, что ты такой счастливый, тоже я виновата. Эй, по-любому, ёлки-палки. Что ты такой красивый, тоже я виновата. Именно. А, здрасте. Здоровья, спасибо огромное вам. Мы любим вас и видим вашу передачу. Спасибо, спасибо огромное. Просто от души очень приятно. Что ж такое сегодня происходит, а? Ёлки-палки. Здрасте, приятного аппетита. Так хватит, я просто пожелал людям приятного аппетита. Она кидается с этим фильмоскопом на всех. Смотри, а? Угу. Ты что, виница стоит, торгует? Ёлки-палки. Фея малины. Ага. Малиновая фея. Ох, как мятой пахнет. Солоденько. Вот и лето прошло, словно и не бывало. Ой, ё-моё, ты что? Салют, дай за руку потрогаю. Мама дорогая. Эй, Альбина, и что ты здесь стоишь, рассказываешь? Или наоборот слушаешь? Здрасте. Вот я вам человека привел, вы не понимаете. Ой. Я же ж беседы. Все, все, не, вы торгуете, мы дальше ушли. Ты уже все купила? Почем лисички? По 300. Как для тракториста, елки-палки. И что вы будете готовить? И что? Будем жарить картошкой. Правильно. Ты ж, а что еще с ними делать? Обратно, что ли, в лес высаживать? Заедать голубикой. И яблоками. Чистое здоровье, елки-палки. Ты что? А мы вон тоже непонятно, что набрали, но должно быть очень вкусно. Так что будьте рядышком. Все, папе, маме огромный всем привет. Здрасте. Здрасте. Все, помчались. Пока-пока. Груши. Катюня. А. Что, Сереженька? Ты знаешь что? Я бы тоже купила бы лисичек. Ты что? Не, нема у меня столько здоровья такой дернуть. Офигеть! Вот бы такой один взять на сегодня. Надо Альберту позвонить. Пусть идет. Нет, пусть зайдет. За арбузиком. Сколько килограмм? 12, 13, 15? Не знаю, огромный просто. Такой, если взять, то надо катить, получается. А у вас есть доставка этих арбузов? Нема? Полин, все. Катюша, сиди голодная тогда. Идем. С такими арбузами. Здрасте вам, здрасте. Словно и не бывало. Вот и лето прошло. Скажи мне, по рецепту мы все купили? Или мы просто мы уже просто ходим?
ты знаешь что? Меня восхитили эти лисички. А вон по 200, смотри, лисички. Маленькие? По 280. Хорошие? Ну, а с или... походом тебе на 300 дают? Да. Здрасте. Надо, чтобы они были что, они у вас не заканчиваются, эти лисички, елки-палки? Ты что? О, я потом уже не буду. Катюня. Как у тебя под мышками? Ты что, ты нет, я в том плане, что вообще ничего постороннего. Просто именно шикардос пахнет так, что... Эх ты. Я хочу... Вкуснятина. Что? Лисички, наверное, сейчас я возьму. И попрошу лисички? Маму приготовить мне картошку. А что, я у тебя уже не работаю, нет? Ну, так давай, все, нанюхались, называется, ребята. Сразу говорите, ох, озорничка, смотри, ты что, у вас что, одна в Одессе клубника осталась? Катюня? Боже мой. Ну нет, нежнее, вкуснее аромата в природе вообще еще не придумала, чем клубника. Очень сладкая. Так какая она может быть, лисичек? Ты что? Самых красивых. Да вот что, как совок грибанет? А, ты так? Ну, давай я помогу. Вот то, что я нюхал обязательно, сейчас я добавим. Ёшкин кот. Кать, ну вот посмотри, вот иди сюда. Угу. Покажи, вот есть из них хоть что-нибудь, то, что не должно быть в этом пакете? Угу. А? Ну так вот он не умничай. Самых красивых. А, это что? Да. Это перед водичкой вон то же самое. Насосались называется или как-то. Ого, килограмм это много. Пусть остается. Пока у него деньги, докладывай. Давай, ты представляешь, прямо куча получилась. Так они же воздушные. Ты бачь какие? Все. Я, наверное... На 300 добавлю? Давай. Коня, а я тебе говорил? Как для тракториста, чтобы без дачи сразу кидает там по полной. Что, вы цветок купили или продаете? Почем? Я не знаю. Я понял. Сколько? Как для тракториста, давай. Так. Дай 200. Наши вам, да? Что ты все время ребенка на солнышке оставляешь? Пусть загорает. Сколько тут этого солнца осталось? А, это не то. Все, благодарю вас. Спасибо. Спасибо. Так, сдача есть, ребенок вот. Есть. Пошли, возьмем мне орешки. Катюша? А, орешки для Золушки. Хорошо. А что тебе так? Я еще раз говорю. Повеселила. Там просто Марат ждет. Марат подождет? Пока ты тут грибы не по рецепту себе выбираешь. А где Виталя? А где орешки мои? А нет. Вот, если есть Виталия, значит, есть и орехи. Ох, они у тебя сегодня крупные, пипец. Сколько в этой банке осталось? А? Сколько в этой банке осталось? Две баночки мне или чуть надо больше? Мне не надо две в этой банке. Мне надо две баночки. Так в этой баночке? Две баночки. Он Боже, торгует не банками, а баночками. А малина какая вкусная. Здесь больше, чем две банки? Ну, конечно, больше. Хорошо. А ну-ка, сделай красиво. Вот у нас на огороде сорвешь и вернешь человеку, поняла? У нас тоже такая растет. Скоро будем рядышком с тобой стоять торговать здесь. Давайте я подвинусь. Да я тебя умоляю. Они можем вдоль стать, понял так вот? Чтобы люди заворачивали, туда базар еще продлим. Так, одна баночка есть. Сюда к грибочкам. Не поделился? Не, ты что? Где там завезу? Игрушка обалденная есть. Игрушку тоже игрушку давай. Игрушку обязательно. Да, да, да. Сейчас дам попробовать. Не надо, сразу давай. Ты что? Тут есть что пробовать? Тогда пусть оттуда откусит. А что ты решил, что это я буду пробовать? Ты посмотри на мой рот. И что у тебя с ротом? Чистейший. Вот такой зашел в базар, такой вышел. А у тебя вообще не пойми, о чем там. Ё-моё, обрыжет с нее как? Ой-ой-ой. Все, я с ней поделюсь. Почем клубника? Ой, спасибо. Клубничка 120. Игрушка бесподобная. Где ты ее взял? Почем живика? 80 килограмм. Я же за это и говорю. Блин, за этой БР еще в ноябре надо погоняться, а у тебя уже в августе случилось. Ну это наша? Нет. А чья? На ящиках написано. Из прошлого. Африканская. Серьезно, что ли? Да. А что ты? Ука-чука, ука-чука. Ежевика. Нет. Грушу кушаешь? Не, ежевика наша, груша африканская. Да он гонит. Да это же самый известный гонячий человек на весь базар киевский. А вы его слушаете, елки-палки. Зимбабве. Если кучерганы, это африканская. Кучерганская. Африканская, кучерганская. Катя, ты такие глаза сделала, что я думала, они выпадут с тебя.
Так, ты же орешка тут на 50. Ага. И по две грушки в разные пакетики. В разные? Да. Четыре на двоих получается. А что? Выбирайте грушки. Скажи мне. А. Не, брат, вот только кидаю. Кидаешь, была такая же, как мы пробовали. Две по три кидай. Две по три, потому что я тоже буду. Ты меня уже не берешь во внимание. Спасибо. Я вообще-то не себе брала. Сегодня знаешь, какой... Да, берите. Он в наш пакете. Хотите, берите. Совочек есть? Я хочу голубику, но я дрожь. Тоже правильно. Два по три ты имеешь в виду? Два по три. А что ты расстроился? Как твое отношение ко мне? Я только что все понял, брат. Ты тоже без кольца ходишь? Надо и мне снять ненадолго. Пусть 200, подумает. 210 и 250, 400. О чем я подумать должна? Чего я без кольца хожу, елки-палки? Так подождите, мы на свои поведения. Ай, персик. А у меня уже нет. А у меня есть машина времени. Все, давай. А ну-ка, это что? А ну-ка. Из Неаполя по-любому. Нет. Спасибо. Лучше персик на базаре. Вот я сейчас кому-нибудь предложу поцеловаться, и Памела Андерсон рядом не стояла. Но если ты кому-нибудь предложишь, так это точно. А вот та маленькая ходила сегодня, песни пела? Которая... Пойду с ней засуну, твоя одноклассница, да. Кузя зовут ее? Пу, елки-палки. Давай, для Кузи 4 персика, лучше 5. Словно... Потверже, да. Блин, шикардос. Катюша, короче, все. Спасибо тебе и твоему аппетиту. На сегодня обзор, наверное, уже закончился, правильно? Судя по тому, что я все время улучшаюсь в размерах, Сереженька, кушаешь в нашем доме только ты. О. Так, мы уже освободили место, так что. Ты торгуй быстрее персиками, у тебя уже очередь. А-та-та-ра-та-та-я. О. И там мы тоже, оказывается, хорошо, есть. Будет 600 со скидочкой. Все, спасибо. Ты что, если бы не скидка, мы к тебе не приходили. Хотя в другого места больше с орехами нет. Да, можно я уже рассчитаю? Давай деньги. Качаем, да. Была бы грудь, я бы еще и кормила. Так просто ношу пакеты, елки-палки. Так, что, Катюша, на выход? А? Я видела ваше видео. Все, замечательно. Молодцы, передайте себе привет, и еще и себя увидите. О, оператор, сделай красиво. Погнали. Всего доброго. Хорошего дня. Спасибо за орехи, персики, груши. И что у тебя там еще осталось? Словно и не было. Опять абизастр осталось. Зато с персиками твоими. Миланюшка. Сейчас, кошечка моя, стой. Я тебе... Давай, будем тебя освобождать. Катюня. Скажи, грибы ты взяла? Да. А картошку маме? А, слушай, наверное, надо. Пару килограммчиков. А куда ж ты возьмешь? У тебя же нету руки свободной. Скажи мне, что чесночок. А вот здесь сколько чесноков? Ё-моё. Здрасте. Здравствуйте. А ты не видел, сколько в машине, покажите. Я в шоке, где вы столько взяли. И ты же понимаешь в ассортименте какой? Какой нам надо? Блин, он весь красивый. А? Любому зубчики крупные. Ты шо, и крупные? Ну, давайте такого и штучек 10, наверное. Нам на супчик. Вот это да. Она просто у меня тоже на огороде чеснок посадила, но у нее что-то, что-то пошло я не так. Я поздно посадила. Поздно. На 50. А эта фраза «никогда не поздно» — это не про тебя? Не про меня, Серёга. Ладно, ребята, от всей души с хорошим. Да, все, я понял. Давай, бабки гони. Потом скажу. До свидания. Так, чесночок седой. Миланюшка. 50, да? Да. 50? Дай тебе чупа-чупс липованский. Будешь? Моя ты принцесса. Так, куда же это всунуть? Блин. Давай. Ну, она проснулась, да. Маленькая рядышком проходила, плакала. Она думает, а что ж мне не поплакать, короче, за компанию по-детски. До свиданечка. С Лёська. Так. Катюня, ты посмотри, какой баштан. Ёлки-палки. Катюня. Может, доставляют? Ты что? А подожди, я тебе говорю, ты посмотри. Ёма, а мы сегодня суп будем азербайджанский готовить? Ага. Курица, томаты, зелень, короче, вот все понабирал. Еще и арбуз. Сколько такой завесит? Килограмм, наверное, 10, да? 12? Больше, да. Все, слышишь, я поздоровее сам вернусь за этим арбузиком. Погнали за картошкой. Вот это шикардос. Катюнька.
Вон твои арбузики лежат. А, да. Это как у нас. Прописаны такие. Выросли. О. Вот тебе, Гриша. Здорово. Здорово. Хозяин Фольксвагена. Привет. А дай для нашей мамы какой-то картошки вкусной. Которую с грибами готовят. Ты что? А есть... Лимонку. О, а это уже с грибами, да? Все, давай. Ты что, она настолько твердая, что он в нее шурупы вкручивает, ты понимаешь? Ты возьмешь целую сеточку? Сетку вам. Ну, это же для мамы, конечно же. А я повезу колясочку. Давай. Все, Катюшка. Договорились. Вот это да, 9 килограмм. Почем лимоночка? Скажите. По 9 килограмм там сразу у него. Вот и лето прошло, словно и не бывало. Где эти куплеты берутся в голове, ты не знаешь? Вот и лето прошло, я повезу, только уже этого мало. Давай, я сегодня, получается, поздоровался раньше, чем взял картошку. Так что, ребята, я скоро с вами поздороваюсь. Ой, скажу пока-пока. Поехали. Хорошо, вот я сейчас возьму картошку, и мне уже точно, как это, не останется руки сказать всем пока-пока. Так что, друзья, кицы души, с хорошим настроением для вас сегодня. Покупал, как всегда, чуть-чуть продуктов на замечательный азербайджанский суп. Одесский Липофан. Всем пока-пока. Чао.